Просьба сообщать о всех, у кого проявляются следующие симптомы. Сухой кашель, температура. Будет непросто предотвратить панику. Городские больницы переполнены, число инфицированных постоянно растет. Поражены легкие. Симптомы практически идентичны. Количество жертв будет исчисляться миллионами. Необходимо срочно закрыть город. Выставить посты. Выполняйте распоряжение властей. Всех зараженных убивают. Это единственный выход. Вы можете позаботиться о моей дочери. Каждый час умирает по 2000 человек. Мам, что ты здесь делаешь? Тебе тут не место! Пустите! От этой болезни нет лекарства! Я делаю это ради вас. Ты делаешь это ради себя! Малышка, пошли искать твою маму. Я хочу попасть к дочери. Я спасу ее. Вирус.